Сторонники евроинтеграции заманивают народ безвизовым режимом с ЕС. Но здесь два соображения. Во-первых, туманные посулы безвизового режима – блеф. Для стран в режиме ассоциации с ЕС уж точно. Не все страны-члены-то в Шенгене. А в будущем режим может оказаться еще строже. По крайней мере, на этой неделе британский премьер Дэвид Кэмерон выступил с инициативой ограничить приток работников с юго-востока Евросоюза до тех пор, пока страны там не разбогатеют. А как разбогатеют, так все само собой и решится. Если ж представить себе, что безвизовый въезд в ЕС молдаване все же получат, и это во-вторых, да даже просто в случае ассоциации, то нужно и представить себе, что в России уже 700 тысяч молдаван работать не будут, а пока работают и переводят в Молдавию ежегодно сумму, примерно равную госбюджету страны. О том, как эту неделю провела Молдавия, наш специальный корреспондент Дмитрий Кастро. Саммит в Вильнюсе еще продолжался, а в Кишинев уже прилетел румынский президент Бесеску накануне, открыто заявивший, что главной целью его страны является поглощение Молдавии. И что молдавской нации не существует. Возмущенные люди окружили резиденцию, где находился Бесеску, к зданию стянули ОМОН. Главный здесь вопрос, что за соглашение было парафировано в Вильнюсе. Кроме лозунгов о присоединении к Европе, народу так ничего и не сообщили. Вот мы пришли сюда, чтобы потребовать от миссии Европейского Союза в Молдавии показать молдавскому народу текст соглашения. Глава молдавских социал-демократов Виктор Шелин – один из немногих, кому удалось узнать содержание документа. Европейские товары должны поступать в Молдову без взимания пошлин и акцизов. Евросоюз будет иметь рабочие места. Граждане будут получать пенсии, у нас будет сокращаться резко количество рабочих мест и национальных товаропроизводителей, и мы будем получать в бюджет меньше денег от таможенных пошлин и меньше денег от налога на прибыль. Безусловно, что таким образом мы ликвидируем полностью национальную экономику и отдадим наш рынок потребления Европейскому Союзу. Соглашение предполагает продажу пахотных земель, главного богатства страны, иностранцам. Обязательное участие во всех тендерах республики, европейских компаний. Одновременно вводятся ограничения по продаже товаров с аннотацией на русском языке. Русскоязычное население выдавливается из страны. Ежемесячно в консульстве Российской Федерации оформляется до 800 заявок семей на выезд в Российскую Федерацию. К сожалению, бизнес не все могут продать. Бизнес вынужден закрывать и оставлять до лучших времен. Политик Шелин знает, о чем говорит его бизнес. Сеть кинотеатров под угрозой. Накануне саммита парламент Молдовы вынудили принять закон о запрете демонстрации фильмов на русском языке. А ведь они составляли основу проката для русскоязычного населения республики. Даже здесь, на центральном проспекте Стефана Челмари, выставлены на продажу магазины, кафе, рестораны. Предприниматели переводят свой бизнес куда угодно и, главным образом, в Россию. Зона свободной торговли с ЕС, куда стремится Молдавия, означает приход крупного европейского бизнеса. И местные понимают, что конкуренции им просто не выдержать. За примерами далеко ходить не надо. Соседняя Румыния уже 7 лет член ЕС. Вступила в зону свободной торговли, а рывка к процветанию не произошло. Наше руководство повязано на распиле кредитов европейских и на воровстве грантов. Или наоборот, на распиле грантов и воровстве кредитов. Наряду с молдавским гражданством они еще и граждане Румынии. Они таким образом подстраховали свой политический выбор. Подписание соглашения об ассоциации предполагается в следующем году, но общественное сопротивление планам руководства страны растет с каждым днем. Ситуация раскола назревает в Молдавии тем стремительней, чем жестче власти страны проводят курс насильственной евроинтеграции. Дмитрий Кайстра, Олег Федоров, Константин Морозов. Вести недели. Молдавия.